Первый боевой вылет российских ВКС с базы в Иране сняли на видео. Вот это кадры от Министерства обороны. Российские Ту-22 прибыли на авиабазу Хамадан накануне. Отсюда они будут вылетать и бомбить террористов в Сирии. Собственно, это и демонстрируется на кадрах. Пилоты нанесли удары по объектам запрещенной группировки ИГИЛ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб. Размещение бомбардировщиков и истребителей на иранской территории даст российским ВКС ряд преимуществ. В первую очередь, это экономия времени и топлива. Сейчас для нанесения авиаударов в Сирии Ту-22 вылетают с аэродрома в Северосетинском Моздоке. Авиабаза Хмеймим в сирийской провинции Латаки не подходят для этих бомбардировщиков, они уж слишком большие. Сколько именно тушек базируется на западе Ирана, не сообщается.